Там вот еще можно будет повесить, такую же положить сверху ленточку. Будет здорово смотреться. Остатки как раз есть. Тошнилово. Ну, а тут наводка такая, то есть мерцание, так его не видно. Оно только на камере. Если просто включить какой-нибудь там цвет, мерцания этого нет. Допустим, белый, если включить. Пульсации, по-моему. Да, вообще пульсации нет. Если смесь так включить, то что-то вроде бы как бы... Да, потому что он там регулирует уже яркость. Яркость регулируется шимом, скорее всего, широтно-импульсной модуляцией. Поэтому появляется такой эффект мерцания. Ну, в общем, такая вот работенка. Все это обошлось 2 метра такого профиля. Вот я делаю здесь, нет. Здесь это белый, да. Здесь просто он что-то передает телефон. Не как белый. Ну-ка. Странный цвет передачи телефона. В общем, это белый. Вот. Значит, короб такой обошелся 600 рублей, 680 за 2 метра. Кстати, вот еще одна бяка китайского разлива. Сейчас видно, что моргает, это моргает, красная отрубается. Вот в некоторых местах есть бракованность диода. Ну вот, пришлось разобрать, отрезать кусочек из 3 светодиодов. Ну вот, и, кстати, красный здесь какой-то оранжевый теперь стал на телефоне. Хотя он на самом деле сочный красный. Странно. Он очень сочный красный. Очень-очень красный. Ну вот, пришлось отрезать от ленточки, от конца 3 светодиода. Ну там секции по 3 светодиода. Вот. И эти 3 светодиода впаять в неисправной секции. Ну, вот искали, кое-где нашли неисправную секцию. Вот еще тут одна неисправная секция есть. Потом дальше там в углу есть неисправная секция. Ну, при прогреве, при хорошем прогреве отрубается. Вот. Ну, там красный отрубается. И все. Но красный встроен в корпус вместе со всеми другими светодиодами. В один корпус. В одном корпусе диода находится красный. Так что вот если включить сейчас белые. Вот, эта фиговинка. Она так хорошенечко греется. Наверное, еще градусов 50 уже. Вот. И при прогреве тут будет мерцание такое, моргание. Так что такие пироги.